Снова на одной из многочисленных набережных Санкт-Петербурга, с которой открывается замечательный вид на порт, всевозможные буксиры, теплоходы и прочее. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим на ледокол Красин и, не знаю точно, как называется, на один из крейсеров, военных крейсеров стоит там. По зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны покорили простор широт. Мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно фрагментам в порт. Парке, который посетили в конце дня. А после этих двух музеев здесь можно хорошо отдохнуть и расслабиться. Парк, правда, очень маленький, животные уже все спят. Что касается билета, он по сравнению с московским зоопарком очень дорогой, и мне кажется, он должен стоить дешевле. Сейчас мы пьем холодный квас и планируем прогуляться по Невскому проспекту, как просто. У животных, у зверей все не так, как у людей. Все гораздо примитивнее происходит у зверей. То ли дело у людей, все не так, как у зверей. Все куда интеллигентнее и намного веселей.
Или взять, к примеру, гризли Никола и не двора. Лохи бедного загрызли, забодала машкара. Не пойдет медведь в аптеку, к терапевту не пойдет. То ли дело человеку, все аптеки круглый год. У животных, у зверей все не так, как у людей. Все гораздо примитивнее происходит у зверей. То ли дело у людей все не так, как у зверей. Все куда интеллигентнее и намного веселей. Только мы вышли из зоопарка, обратили внимание, что рядом находится неплохой музей, который называется «Музей чудес». Здесь находятся всевозможные восковые скульптуры оригинального происхождения, скажем так, динозавры, всяческие мифические чудовища и так далее. Попали в очень удачное время, когда здесь была скидка, так что музей очень хороший, можно сходить. Рядом же находится не менее плохой музей какими-то движущимися насекомыми. Но туда мы пока не пойдем. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Пошли мы гулять дальше, нашли очередной забавный сквер. Здесь находятся такие мини-экспонаты всех самых известных достопримечательностей Петербурга. Люди просто гуляют и наслаждаются этими красотами. Всяких экспонатов и так далее. То
как оказалось, не только кунсткамера, но и разнообразные предметы быта разных народов, индейских, африканских и так далее. Thank you.